Порядок выполнения действий в программировании и математике. Разберем некоторые действия. Степень. В математике мы пишем, например, 2 в пятой таким образом, а в программировании мы пишем, например, в языке программирования Python, мы пишем 2 в пятой вот таким образом. Степень мы здесь обозначаем через два знака умножения. Затем умножение или деление. Умножение или деление. Сложение или вычитание. Сложение или вычитание. И сначала, когда мы выполняем цепь определенных действий, когда у нас есть какой-то пример, где есть много действий, сначала мы возводим степень, это первое действие, затем мы выполняем умножение или деление, значит, сначала степень, потом умножение или деление, и только затем сложение или вычитание. Умножение и деление имеют равный вес, сложение и вычитание тоже имеют равный вес между собой. Очень важно отметить, что если в нашем примере есть много действий сложения, много действий умножения или деления, несколько знаков, то мы идем всегда слева направо. Это очень важно, потому что если не следовать этому принципу, то результат может быть разным. Проверим это. На простом примере напишем пример так, как будто мы его пишем в языке программирования Python, будто мы программируем. 20 минус 2 в пятой разделить на 4 умножить на 2. Сколько будет? Какое будет решение этого примера? Сколько получится? Правильный ответ – 4. Сначала мы выполняем возведение в степень. 20 минус 32 разделить на 4 умножить на 2. Затем у нас имеются два знака – деление и умножение. Знаки равны по весу между собой, но поскольку мы идем слева направо, то сначала выполняем деление. 20 минус 8 умноженное на 2. Теперь мы имеем вычитание и умножение. Мы знаем, что умножение – сначала мы выполняем умножение, потом вычитание, поэтому будет 20 минус 16 равно 4.